Почему же выбирают профессию парикмахера? Дмитрий, скажите мне. Вот вчера мне задали этот вопрос буквально два клиента. Вы представляете? Да, кстати, всем привет. Меня зовут Дмитрий Каждан. Я на своем канале обсуждаю всевозможные темы для парикмахеров. И вот вчера буквально мне один клиент, даже не один, два, задали. Просто один сказал в одном ключе, другой сказал в другом ключе. Вот почему ты выбрал эту профессию? Чем тебе нравится эта профессия? Другой говорит, почему вообще люди выбирают эту профессию? На самом деле ответ прост. Профессия не подвержена никаким катаклизмам. Неважно, что у тебя. Вот, пожалуйста, пандемия, не пандемия, там, кризис, не кризис. Ты всегда сможешь заработать себе на хлеб с красной икрой, как я всегда говорю. Поэтому многие люди, которые выбирают эту профессию, осознают ценность этой профессии и, соответственно, работают. Конечно, профессия сложная, непростая, нужно уметь общаться с людьми, нужно угождать людям. Это тоже, к сожалению, вот этими маленькими манипуляциями психологическими не каждый человек может. Кто-то приходит в профессию парикмахера и там потом за голову берется, боже мой, здесь нужно быть таким, здесь нужно так, здесь как-то стелиться, надо что-то как-то с людьми уметь договариваться. И вот тоже многие не все это могут. И поэтому как бы не каждый становится парикмахером. Тоже имейте это в виду. А вообще у каждого история своя. Кто-то, например, был учителем по физкультуре, например, как мой преподаватель Виктор Уксусов, и в 90-е годы он пошел в профессию парикмахера, потому что, ну, профессия физкультурника, она особо никому не нужна была. Вот. Плюс, например, я, например, мне в свое время мама предложила, мол, типа, зачем тебе идти в институт, как бы, да, молодец, ты поступил, как бы, но давай сделаем так, раз уж ты поступил в колледж, пошел, это все прекрасно, в институт, смысл ждать время, когда ты там, тебе дадут какие-то ответы, поступил ты или нет, иди, пожалуйста, поучись профессии парикмахера. И я как бы решил попробовать, я не пожалел, и я, собственно, стал, кем я стал. Да, то есть я безумно люблю эту профессию, она мне безумно нравится. И мне нравится вот общаться с людьми, узнавать что-то новое. То есть ты всегда как-то вот в чем-то копаешься, разбираешься, интересуешься. То есть есть кайф в этой профессии, если ты, опять же, понял, когда начал работать. Конечно, работая мастером, это довольно-таки тоже, так скажем, не так уж и просто, да, в силу того, что как у кого-то может наступить выгорание в этой профессии. Может. Вот. И это тоже нужно иметь в виду, поэтому ты должен всегда черпать какое-то вдохновение. Кто-то скажет, ну я же не творческий человек, как я могу стать парикмахером? Да все просто. Тебе нужно взять, попробовать, и если у тебя все получится, тебе понравится, значит ты берешь и идешь в эту профессию. Вот. А однозначного вот такого четкого ответа, почему люди выбирают эту профессию, ну, сложно сказать. Сказать, что идут в эту профессию безграмотные люди, как я тут недавно слышал такой термин, что этого я однозначно сказать не могу. Ну, кто-то грамотный, кто-то неграмотный, кто-то, у каждого свои, как бы, как говорится, недостатки, да, то есть нельзя об этом тоже говорить, потому что вот, говорю, вот недавно тоже дискутировали на эту тему, и кто-то, знаете, так в куарах ляпнул, что типа, в профессию парикмахера идут одни неудачники. Ну, ради бога, считайте, ни с кем не хочу спорить. Если вы так считаете, пожалуйста. Но я считаю, что работая в этой сфере, ты можешь очень многого чего получить. А самое главное, у тебя будут деньги. Да, ты можешь уставать, да, у тебя там будут какие-то там еще какие-то нюансы, но тем не менее, эта профессия прибыльная, она всегда была и есть прибыльная, тем более, если ты хороший, востребованный мастер. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему именно вы выбрали эту профессию, вот что вас подвигло. Я вот, например, свою историю рассказал, я вам высказал свое мнение. Поэтому будьте любезны, напишите, пожалуйста, свою историю, пускай другие посмотрят, почитают ваши комментарии и, может быть,
кого-то это, возможно, даже и вдохновит. Вот. А я, собственно, приехал на работу. Вот. Не забывайте на меня подписываться в моих соцсетях. Подпишитесь на мой YouTube-канал, подпишитесь на мой инстаграмчик, ссылки будут внизу в описании к этому видеоролику. Ну и, соответственно, если вам будет нужен хороший, качественный парикмахерский инструмент, вы знаете, к кому обратиться. С вами был Дмитрий Каждан, всех обнимаю, люблю, и я желаю вам хорошего, отличного парикмахерского дня.